Доброе утро, ребята. Мы проснулись. Сегодня такое хорошее морозное утречко весеннее. Так все красивенько прям. Цветочки стоят. Весна, тюльманчики начали распускаться. Я прям Прям они такие. Боже, прям тюльпаны. Боже, я обожаю тюльпаны. Вот реально очень сильно люблю тюльпаны. Орхидеи очень люблю. Вот такие маленькие. Я просто мечтала о них. Очень рада, что они у меня есть. Они такие миленькие, как говорит Кирочка. Они за такие милые. Надо что-то придумать срочно с этими орхидеечками, потому что им неудобно в стаканчиках этих стоять. Скажи всем доброе утро. Всем доброе утро. Кто-то тебя помадой видите? Обмазал. Ну тут бегает голая жопа. Ты что? Какая голая жопа? Ты о чем? Я только что вышла с душа, посушилась, и мы будем сейчас завтракать. И сейчас, Зай, мы обедаем. Уже 13:40. Да, я знаю. Вот, значит, мы будем обедать. И у нас сегодня запланирована генеральная уборочка. Смотрите, какой снег на улице у нас. Вообще шикарно. Я цветочкам дала немножко этого. Солнышко пусть подстает на солнышке. Надо что-то сделать, придумать, потому что мне не хватает солнца. Так что будем что-то делать. Мика, лови последнюю лапочку. Так, что-то еще будешь, Зай? Зай, все, я ничего не буду. Ничего я не буду. Только кофеечек. У меня, короче, очень какой-то... Всем привет! Кира к нам пришла, да? Да. У меня очень жестокий какой-то прыщик, непроходящий просто. И он очень болезненный. Я не знаю, что мне делать, чем мне его уже помазать, чтобы он быстрее прошел. Потому что не падайте, ребята. А вот моя Кира еще одна. Кира? А что она без трусов? Потому что мне трусы порвались. Зай, а чем ты вот этим мажешь прыщики? Я? Вот этим? Сейчас взяну. Да. Помазать? К тебе? Да. Ну помажь. Но оно заживляет просто. Оно не лечит прыщи. Да. Да. Ну давай попробуем. Давай. Пусть заживит мой прыщик. Все, не пейте, не пойте. Все, ребята, всем приятного аппетита, кто кушает. А мы будем кушать. Ну, Зая, ну вонючая. Ну, хватит меня трогать, девочка. Отцепись от меня, девочка. Ребят, это какой-то ужас. Девочка, беспределочка. Беспределочка? Ты что, беспределочка? Нет. Ты не бесперделочка? А я думала, ты бесперделочка. Хватит меня сюпать, логать. Хватит, отойди от меня. Thank you.
того стоило. У нас теперь чистейшая чистота, порядок. Да. Все окна вымыты, все вычищено. Окна вымыты. Кот довольный тоже, спит на кровати от того, что так чисто. Я сейчас перелажу, потому что пол мокрый. Я уже помыла, пусть все высыхает. Ой, гостиная здесь все поубирала, уже поменяла снова на этот плед, чтобы поярче Ребят, было. Ребят, лучше вам не надо делать уборку, а поила меня засасывала. Да, засасывала пылесосом. Меня пылесос засосал. Стирку нужно будет отнести, а воду вылить, когда уже наконец-то там высохнет пол. А это передвинуть туда, когда высохнет пол. И здесь чистота, полный порядок. Все идеально чистое, красивое. И отмытая у нас мойка. Наконец-то. И отмытая мойка. Так что... Короче, да. Вот такие дела. Сейчас буду вот кормить Киру. Сделала зеленый чай, потому что очень сильно устала. Я еще биточки собираюсь сегодня приготовить. И, наверное, потом валюсь, пойду в кровать. И на этом закончится мой день, потому что я очень устала за сегодня. Мы как с часу, с двух приступили, так сейчас вот... 6:30, и я только закончила, поэтому все. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, мы будем кушать, спасибо. И это еще рано и прощаться, что-то мозг уже не шарит ничего. Ребята, у нас теперь дома чистота и порядок, и очень-очень крутая новость. Просто реально, вообще вот идеальная новость за последнее время. Не посмотрите на этого человека. Давай режь манго, иди кушать будем и смотреть какой-то фильм. Давай, иди. Короче, тут такое дело, значит, произошло такое. Это просто офигенно. У нас же отменили сегодня учебу и в субботу рабочую тоже отменили. И это была радость, но... Наступила еще большая радость, потому что нам отменили учебу на следующей неделе, и мы выходим на учебу аж 12 числа, 12 марта. То есть у нас реально отдых, и это просто офигенно. Я просто от этого кайфую. Вот реально кайфую. Че, ребята, мы посмотрели только что вот этот новый фильм «Елки новые», так и называется. Который с 2017 типа на 2018 год. Блин, такой классный, да? Такой какой-то добрый. И вот этот такой, типа, более как-то сплоченный к семье фильм. Короче, нам понравился, да? Да, только что странные последние моменты. Ну почему, типа, все окей, это ж сказка, типа. Все как в сказке там происходит. Короче, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И мы вас любим очень-очень. Всем спокойной ночи. Пока-пока. В течение всего фильма. Ты наш милашка. Чтобы Оскар хоть немножко полежал под одеялом, такого не было. У нас после кастрации как будто бы нам вынесли другого кота, нежного, любимого, который с нами лежит. Лежит под одеялом, спит. Да? Что вы жуете? Чего? Я не поняла, кто тебя помадой измазал? В смысле? Вот. Да ты, я, кто ж еще? Зай, у меня сегодня помады не было. Так это не сегодня. А когда? Зай, что ты от меня хочешь? И вот помада. Ты че, офигел? Это домашняя футболка. Все, ребята, спокойной ночи всем. Мика, Тёмкой. Тёмкой. Да не тебя. Кого? Камеру, Тёмка. Да ну её...